сошел с ума, вокруг бушует вирус. Все люди сидят дома, у меня уже дома нет никаких сил сидеть. Поэтому сегодня решил размяться, немножко привыкнуть к новому мотику и покататься по бездорожью. Ну, как сказать, покататься по бездорожью? На самом деле мой опыт езды по бездорожью примерно никакой. Все началось с езды на F800 GS Adventure. Это было в том году в Казахстане. Я тогда еще понял, что я крайне плохо катаюсь по оффроду. Ну, точнее, примерно никак. Это для меня был первый опыт. Я не понимал, что происходит с мотоциклом. Прямо понял, что это отдельный новый дивный мотомир, который только предстоит познать. Ну, а потом были какие-то спонтанные вылазки, потом на GS Trophy в прошлом году я уже понял, что действительно могут эти мотоциклы в умелых руках. Ну, и начал приобщаться к миру эндуро на тяжелых мотоциклах. Было буквально 3-4 вылазки за прошлый год, пара таких, типа, как гонок, это GS Trophy и Мстерские тропы. Вот и я решил, что в этом году стоит покататься как следует. Скрутили зеркала. Вторая, получается, тренировка в этом сезоне. Может подвести небольшие итоги. Мы потренировали и стойку, и занос заднего колеса с помощью тормоза, и занос заднего колеса с газом на выходе из поворота. Немножко покатались на баланс, были даже трамплины. Наверное, две вещи, которые сейчас не очень хорошо получаются, это поднимать мотик на заднее колесо, чтобы технично преодолевать препятствия. И вторая история, которая не дается, это, конечно, правильная стойка. То есть мы все как-то умеем ездить стоя, но все это неправильно, и, судя по всему, долго так не проехать. То есть и сложнее балансировать, и быстрее устаешь. И еще прокатились по лесочку, потренировали подъем и спуски. На самом деле, психологически кажется, что очень страшно, но мотоцикл может очень многое, легко забирается в любые горки, главное не закрывать газ. Это была только первая тренировка, посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что город все-таки не перекроет, и мы сможем хотя бы раз в неделю выбираться, чтобы покататься где-то на бездорожье.